нащупал, да? Угу. Вот, соответственно, проверили, да, вот эти позвонки сюда. Можно с обоих сторон сделать нажатие, да, но нам сейчас важно с этой стороны их поставить на место. Угу. Обратно, соответственно. Я специально не говорю лево-право, потому что просто будем ориентироваться. Вот. Посадили человека, ну, проверили где, да? Уперлись в грудь или в живот, чтобы он не шатался, да? И, соответственно, начинаем проверять, расшатывать его голову, там уже какие-то похрустывания идут. В этом месте, да? Неудобно. Но сейчас этот хруст идет. У тебя всегда, да, кости? Да, она вообще неподвижная. Вот. Тут самое главное, чтобы человек тебе доверился, позволить ему тебе доверять, иногда приходится долго вот трясти его голову, чтобы только не сам, видишь, ты сам трясешь, не косяешь, сам не надо. Сам просто расслабляешь, она висит свободно. Вот просто подготавливаешь его, чтобы он тебе доверил, да, чтобы он уже ничего сам не делал. И когда ты почувствовал, что он готов, упираешься вот рукой вот сюда. Так, с той стороны. Прямо. Я вот так вот разберем. Покажу, что мы упираемся прямо перпендикулярно. Ой, ну, по диагонали получается, да? Аж до третьего, четвертого грудного позвонка. Вот этот вот упор делаем, да? Упор такой, что у нас рука не должна сгибаться, да? То есть там не так вот, там, как не так, да? А именно всем предплечьем от локтя до места соприкосновения, она должна быть единая прямая линия, да, вот такая, с вектором до 3-4 позвонка. Хотя можно не только до 3-4, можно и 1-2, да, то есть можно изменить угол до сюда. И иногда прям пальчиком вот поджимаешь прямо на те позвонки, которые сместились, да, вот прям на них вот так вот давление будет сейчас. Значит, я сразу это сделаю, продемонстрирую. Вот еще раз, спина прямая. Расслабь, расслабь. Дополнительно можно растянуть. Ну, даже и вот так тоже можно ставить. Это сейчас, это следующий прием. Попозже покажу. Сейчас вот этот. Вот когда он полностью собранно вращает. Видишь, не получается. Почему? Потому что он смещается. Угу. Чтобы он не смещался, такие бывают пациенты, да, надо поставить коленку. Так, у нас не хватает места, где он сидит, тогда просто используем второй стол. Мы можем на столе, кстати, массажем сделать. Или тебе наверное, высоко будет, да? Я знаю. Наверное, да. Да, на массажном будет высоко. Тогда просто вторую табуретку сейчас я принесу. Ага. Вот, если мы делаем на табуретках, да, или на стульях, вот я просто второй поставил, можно на скамейке делать. В некоторых мануальных салонах там ремни специальные есть, чтобы привязывать человека, да, чтобы его тело не сползало, да. Вот под эту, под подножку ставим руки, да, и у нас появляется упор для того, чтобы он не съехал. Вот, слышал? Теперь повыше. Вот еще выше. То есть это был, по-моему, второй грудной и первый грудной. Вот я по очереди их поставил. Теперь наклоняй голову. Ты можешь проверить. Вот он на месте. Остался еще вот этот. Вот это на месте, да. Вот. Теперь с этим коленом, что удобно, тут можно теперь в эту сторону давить тоже. Вот. И до такой степени, что если мы будем менять упор руки, вот смотри, это с этой стороны, и упираемся в плечо, и в разные шейные позвонки можем давить. Вот сюда, там повыше, потом еще повыше. Видишь? Рушится несколько у нас хрустов. Здесь у нас мы работаем именно вот в этой плоскости. То есть плоскость поворота головы сюда. Прямо ровно. Можно немножко с докручиванием вот туда. Вот. Попробуй теперь сам. Так, и следующий прием. Мы загибаем голову с поворотом по спирали.
Вот так вот. То есть представь, что как будто вот этот луч идет сверху. И вот мы этим лучом вот так по спирали ее начинаем загибать. Ну не знаю, как самурайские мечи, например, сравнивают с такими. Если помнишь, как они, движение идет по логарифмической спирали, вот она раскручивается. То есть сначала от пятки, да, потом пошло и бедра, корпус, потом плечо, локоть, и дальше уже кисть с мечом, да. А по сути, если взять кончик меча, он движение получается делает широкое и вот так вот по спирали, да. Вот так же тут, как будто вот этот вот меч, мы сейчас будем вот такое движение делать, вращательное. Для этого закрепляем плечом, вернее, своим локтем его плечо, да, и чуть-чуть так проворачиваем. При этом мы можем пальцами упираться именно в те позвонки, какие нам нужны поставить на место. Для этого опять же смотри, чтобы он ровно сидел. Выпрямись. Закрепляешь его прямо к своему телу плотно так, да? Чтобы он там не сполз. И по одному позвонку пальчиками вот так вот вправляешь. Сразу скажу, не со всеми это получится вправить, это только если такие, ну, худенькая шея, размятая, мягкая, да? Вот. С грузными мужчинами такого не получится. Так, ну попробуй теперь это сделать. Так. Лок. Вот, а теперь то, что называется поворотом или постановкой атланта на место. Для этого надо положить голову на руку по собственным весом. Кладешь, вот она расслабленно лежит, да? Поворачиваем ее вот до такого состояния, чтобы она лежала. И вот есть, видишь, этот момент движения. Так вот покачивание, да? То есть он хорошо расслаблен. Помнишь, мы то же самое делали лежа на столе, вот так вот, да? Но тогда мы голову наклоняли вот туда, назад. А теперь мы наклоняем ее вперед, вот так вот. Вот. Тут главное понять, чтобы мышцы вот эти были задние расслаблены. Потом под череп хватаешь его, ну, любым захватом можно вот так вот. Давай сбоку немножко покажем. Было видно, вот лежит голова. Вот, собственно, если видишь, он хорошо расслабляется. И вот двигая вот так вот по спирали голову, да, мы ее еще немножко приподнимаем одновременно. Вот, попробуешь с этой стороны сам? Расслабляем, расслабляем до конца вот эти мышцы. Мне вот здесь больно, когда нажимать очень. И когда иногда дергивают, сюда дает, с левой стороны. Вот сюда, да? Да, но это в предыдущих, не сейчас, а до этого. Это сейчас мы тебе вот это закрепощение снимем. А здесь больно, у тебя там какая-то шишечка есть. Так. Я хочу, чтобы ты попробовал. Попробуешь сам, да? Вот, довели до предела, и только после этого как раз. С подъемом вверх, немножко вверх еще приподнимай. Голову вот так, да? Тот же самый прием, да? Наверное, твой телефон звонит. Можно, да? Телефон, да? Иди возьми, конечно, на этот. Давай возьмем, бери. Так, значит, еще вот раз такой же. Вот еще раз, получается, вот так вот, да? Уперся, проверил здесь мышцы. И вот так вот тоже за основание взял, да? Вот да, тут. Да, вот так вот берешь. Так. Качание должно быть определено. Качание. Потом вверх и сюда, да? Да, одновременно. Мне просто вот постановка рук, как бы, да? Так. Качаем и сюда. Вот как раз про постановку рук хочу сказать, что ну, когда ты поймешь, как двигается, да, голова, ты можешь руки вообще ставить по-разному. Например, может быть захват вот такой вот. Кладешь руку прямо на этот, на предплечье. Видишь, и всем предплечьем будем двигать. А вторая? Вторая рука просто придерживает затылок вот так вот. Вот видишь, поставили на место. Потому что нам не хватало. Вот этого не хватало. Да, он слишком мягкий, расслабленный, с длинной шеей, да, вот нам не хватает этого. Тогда можно вот такой сделать. Макс, как ты? Нормально. Так, не от хруста, а от зубы просто друг от друга сыт. А, зубы. Так, наклоняй голову, теперь просто проверяем, где у него было. Булочок. Вот тут было. Все еще больно, да? Ну так. Уже меньше, да? Да. Вот. До атланта мы там добрались. То есть это был как раз именно атлант, самый верхний позвонок. Можно положить
вообще вот так вот человека брать, сбоку, сбоку от него стоять, да? Ну, даже меньше, можно и в эту сторону. Вот, ну, в принципе, приемов много не надо знать, достаточно, но вот этих двух. Вот, вот, так да. Я о чем это, потому что такая, это поток информации, что... Да, 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 просто под разного человека по-разному настраиваешься. Попробуй его положить теперь в эту сторону, на предплечье. Так, вот так вот? Прямо мягко, нет, в другую сторону переклоняешь голову, и мягко вот она лежит, как бы удобно так, как в колыбели. Представь, что так вот легко она лежит. Ну все, да. Расслабь, Макс, полностью. Так. И это вот так вот. Да, сюда, да, да, это просто подталкивает вверх. Угу. Тоже вверх идет и так же, да? Да, 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 вверх. Тут за счет локтя как раз удобнее вверх поднять голову. Так, проверили, проверили здесь. Все как что было это. Угу. И вот так вот, да? Да, вверх не хватило. Еще вверх. Да, тут надо тебе еще резкость наработать. Принципе, я еще просто, принципе, у меня такой психологии, как бы, надо просто этот барьер убрать и все. Потому что у меня в основном, как бы, ну, это массажные практики, а не мануал, ну, да. А есть еще вот, ну, такой... А со стороны, когда люди подходят, они вообще боятся на это смотреть. Слава богу, что нас никто не видит, что мы тут делаем. Так, ну, в принципе, вот этого для работы с шеей достаточно. Но теперь мы можем ее порастягивать. Порастягивать каким способом? Захват идет вот здесь. Да, держишь? Замок, замок, да, замок. Вот смотри, они лежат прямо на шее, да? Угу. Ниже можно опустить. Вот так вот. Вот, это идет, нагибай голову. Это идет тракция на нижнюю часть шейного отдела и шейно-грудного перехода. Ну да, получается, да. Так, потому что если... Вот, упираемся в него немножко так грудью своей, да, захват идет вот здесь, практически вот на линии ушей, да, угу. Вот, растягиваем его, расслабляйся, расслабляйся, так на себя немножко заваливай, заваливаем на себя, и потом вот так вот поддерживаем. И на верхний отдел шейного позвоночника, да, мы переводим руки на затылок, а большие пальцы как бы обнимают череп. Вот еще раз покажу. То есть в первый раз у нас были большие пальцы здесь, и руки лежали на шее, да? Вот, мы растягивали нижнюю часть шейного отдела. Брались своими руками под руки вот тут вот. Угу. Теперь мы переводим руки на затылок. Большие пальцы вокруг черепа, прям как бы обнимают его, да? Вот, сейчас мы руками будем браться прямо на его руки. То есть показываю. Наклоняйся. Угу. А спину выпрями. Заходим вот сюда. Здесь лучше всего прям подмышки, чтобы он меньше двигался. И свои руки вот сверху, только не в замок, а просто одну на другую. На меня падаешь так чуть-чуть. Выдох. Еще раз. Опа. И приподняли. Вот. Ну, люди бывают разной гибкости, да. В принципе, чтобы тут мышцы не растягивались, я поэтому делаю под подмышками, да. Угу. Можно и пошире захватить, можно и даже и вот так вот некоторым делать. Так. Ну, теперь потренируйся. Да. С самого начала. Говорим, как нужно руки положить. Руки вот тут ставишь.